Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Сегодня у нас с вами проект iAgon, который предлагает нам революцию в мире облачных технологий. Ну что ж, приступим к рассмотрению. Что мы видим? Мы видим, что сейчас идет пресейл. Мы видим ссылки на соцсети. Угадайте, где они еще будут? Правильно, в описании. Как обычно, уже они подняли 1000 эзериума, то есть это где-то 400 тысяч долларов на пресейле. Так, продано у нас 5 миллионов токенов, 5,5. Рассмотрим сайт. Видение. Наше видение заключается в создании глобального суперкомпьютера, который будет поддерживаться искусственным интеллектом и технологией блокчейн. Так. Состоять это все будет из гаджетов, которые сделают бесшовный и эффективный сервис для пользователей. Децентрализованное приложение, то есть оно будет у каждого на телефоне, допустим. Также я забыл сказать, уже есть MVP для Windows, Linux и Mac. Можете попробовать, скачать и узнать, что это вообще такое. Легко использовать особенности и функции данного проекта с любого устройства. Неважно, человек, обычный вы человек или большая организация, мы охватываем всех. Не пропустите новая разрушительная инновация. Майнеры, зарегистрированные в платформе, будут их позовут участвовать в разработке. Ограниченное число участников. Как это работает? Искусственный интеллект. Так, мы будем использовать комбинацию машинного обучения, нейронных сетей и блокчейн-технологий. Так, Integrated DApps. Децентрализованные, то есть приложения, майнинг облачный, насколько я понимаю, смарт-контракты. Наша уникальная, запатентованная, зашифрованная система. Так, будет базироваться на блокчейне и шардинге. Не знаю, что бы это ни значило. Так, white paper есть, бизнес-план. Кстати, не во многих проектах я видел бизнес-план, в основном он, наверное, указан в white paper. Так, посмотрим на roadmap. С сентября 2017 года мы видим создание платформы. Так, и до января 2019 года. Тогда будут децентрализованные приложения интегрированы. Так, старт ICO начнется в июле 2018 года. Ага, платформа сама по себе запущена в декабре. Можно визуализировать roadmap. Так, мы видим, что символ, ну точнее сокращение токена, это EAG, всего 1 миллиард токенов. Использоваться они будут на платформе и для обмена. Нас приглашают вступить в whitelist, то есть в лист людей, которые свои данные подтвердили. Вот у нас мигает, сколько собрано. Собрано 416 тысяч
$427.83. Встречайте команду. Мы работали тяжело, сложно. Хорошо, короче, работали. Так, над вашими инновациями. Так, так, так. Доктор Элот Харрисон. Доктор Навид Халивал. Я могу ошибаться, извините меня, пожалуйста. Это два соучредителя данного проекта, ссылки на их LinkedIn. Переходите, кстати, на сайт и узнайте побольше о данной команде. Команда мультинациональная, насколько я понимаю. Вот, дальше маркетологи. Так, здесь у нас консультанты проекта, партнеры, Ethereum Alliance, так, ну, нормально, довольно много партнеров у них. И все, на этом, в принципе, заканчивается сайт, контакт. Здесь прикольная анимация их соцсетей. Также нас приглашают в чат. Здесь можно задать свои вопросы. Кстати, у данного сайта есть русский перевод, но он мне не очень понравился. Также есть китайский и корейский перевод. Мне кажется, что сейчас в эру информационных технологий облачные вычисления занимают все большую часть данной индустрии, поэтому создание вот такого децентрализованного суперкомпьютера — это довольно годная идея, которая может сделать мир лучше. Но опять же, я даю вам только совет и только даю вам знать о каких-нибудь проектах. Я никого не призываю инвестировать, это уже на ваше усмотрение. Всем я советую ознакомливаться для начала с командой разработчиков, с white paper'ом. Я понимаю, что читать white paper, который там на 40 страниц, например, это не очень весело, это не очень интересно, потому что это техническая в основном документация. Но нужно относиться к своим инвестициям более грамотно. Поэтому всем советую это делать. Также с соцсетями желательно бы ознакомиться. Как обычно, ссылки в описании, но вы поняли. Также попробовать MVP можно здесь, почему бы и нет. И только потом уже делать вывод, инвестировать туда или нет. На этом, я думаю, нам можно заканчивать. Всем удачи и инвестируйте свои деньги правильно.